против вас ведут старые, древние, но современными методами крестовый поход. Против вас ведется война на уничтожение. На уничтожение вашей цивилизации, на уничтожение вашей культуры. Вы мешаете своим существованием везде. В спорте, в культуре, в науке, в жизни. И поэтому на вас ополчились. И война с Россией, последняя ее стадия, она началась в 90-м году. Она началась в 41-м. И она продолжается. Был технический перерыв. По техническим независимым от них причинам. Пережили они его, скрипя зубами. А теперь перерыв кончился. Они уже вам ничего не должны. И война перешла в новую стадию. Но они же говорят об этом прямо с экранов телевизора, в интернете, везде, публично говорят.